Всем привет, это Зыков Виктор, и мы на первом грибном сафари в городе Липецке. Вот такая сегодня у нас компания, достаточно многочисленная. Выехали мы за Сморчком Коническим, такие вот красивые места. А пока что не нашли, да, проверили несколько рощиц, грибов нет. Но мы не отчаиваемся, удача нас ждет впереди. Грибной сафари продолжается, и у нас есть первые результаты. Так, можно по корзиночку поближе. Вот они, наши красавцы. Сморчковая шапочка и сморчок конический. Маловато, конечно. Но время еще есть. Идет фотография красивых сморчков. Вот. Наш официальный фотограф грибного сафари Елена Копылова. Учится на вообще суперпрофессионального фотографа. Так что, ребята, обращайтесь, кому надо. Фотки не банальные, сразу вам говорю. Забудьте о том, что вы видели раньше. Грибной сафари продолжается. Давайте хвастаться уловом. Кто тут рядом? Вот, сморчок конический. Так. Ну вот. Вот у тех супергрибников там вообще по полкорзины практически. Ищем вот такая молодая, значит, осина, береза. Здесь попадается. Друзья, грибное сафари в самом разгаре. Такие вот сморчки у нас тут. Красавцы. Сморчок конический. Вот они, видите. Такие вот. Очень красиво. Так. Девчонки вперед ушли. Не видать. Я тут один в конце подбираю, что осталось. Да. Заканчиваем грибное сафари. Движемся к автомобилю. Результат удовлетворительный. Грибы найдены. Не полные корзины, но достаточно неплохо. У меня такой вот где-то 2,5 кг. Так что все чудесно. Всем пока. Заходите на грибное сафари. До новых встреч.